Дорогие друзья, всем привет! Мне надо прапать мо на 500 кубков, но вы посмотрите, что происходит. Я то выиграю, то проиграю, то выиграю, то проиграю, то выиграю, то проиграю. Вообще бред какой-то. Оставался один кубок. Что за дичь? Карта Окабури. На самом деле на бо несложно играть, потому что он, ну, с пассивкой светит кусты. Ну, здесь у меня бо второго уровня. И не так уж он и тащит здесь. То Шелли вылетит на тебя, то Бул прилетит на ульте, то Примат на тебя прыгнет, еще какая-то херня. То есть, то Роза внезапно откуда появится с такой дистанцией, блин, как у бо атаки. Короче, не знаю, как-то вот напряжненько. Но я решил замотивироваться, чтобы вот сейчас точно апнуть за 500. Внимание, вот на данный момент вот решается судьба этого проекта в этим видосом. Короче, если сейчас с первой попытки не апаю 500 плюс кубков, напоминаю, это проект без доната, где я прохожу игру бесплатно, не вношу сюда ни рубля, выбиваю бойцов всех на халяву, апаю так точно и, короче, вот прохожу игру. Но, если сейчас хоть одну катку, вот с первой катки, если я хоть сольюсь, хоть минус один кубок будет, я на этот аккаунт доначу. И тем самым просираю саму суть проекта. Короче, это очень рисково, спросите, зачем так рисковать? Ну, я думаю, что стоит постараться. Я думаю, что стоит постараться, потому что, ну, блин, на самом деле несложно взять два кубка. Но, блин, может произойти все что угодно. Ребята, я вас прошу всех, если вы не хотите, чтобы этот проект заканчивался, поставь в эту же секунду лайк, подпишись на канал, пожалуйста, поддержи. Я сделаю максимально, что от меня зависит, чтобы не просрать. Я постараюсь все сделать. Я вот сейчас должен затащить. Потому что, ну, блин, ну я устал, реально, вот апаю, оно, сука, не апается. Думаю, не, все, пора сделать какую-то мотивацию. Потому что я то в центр зайду, то по кустам шастаю. Ну, блин, ну это не то, это надо играть нормально. Но чтобы играть нормально, мне надо замотивировать. И вот будет железная мотивация не просрать этот проект. Я сейчас сделаю все возможное. И надеюсь, вы тоже меня поддержите. Потому что вот скоро 100 сундуков, будет крутое открытие. Что мы выбьем без доната? Ну, короче, либо в этом выпуске я доначу на аккаунт без доната, либо же мы продолжаем его апать бесплатно все дальше и дальше. Ребят, поддержите. Приятного просмотра и аппетита, кто кушал. Рекламная пауза. И поехали. Ух, ну, пожалуйста. Надеюсь, все будет хорошо, рандом. Самое главное, не под... Блин, ненавижу тут респавниться. Самое конченное место для респавна. И справа, смотрите, какой-то юнит. И слева какой-то юнит. В центре я не успею сейчас забрать два бокса. По-любому кто-то успеет подойти. Но сейчас... Не, один я успею. Но опять же, с риском, видите, да? Что Шелли уже подошла. Во-во-во-во-во, о чем я говорил? Видите, что как бы все хорошо. Ты, ну, никаких не делаешь опасных действий. Ну, блин, ты идешь, и вдруг внезапно летит Бул там с ультой. Ну, это же бред, ребят. А он вышел, да? А, он здесь, фу, господи. О, смотрите, уже шестым, если я сдохну, это будет минус один. Уже поражение. Надо сдохнуть пятым. Это будет плюс два кубка. Капец, трэш. Блядь, я опять сейчас рискую. Вот я все катки так рискую, вот нахера я подхожу. Вот все катки вот так вот подхожу, и, блядь, вылетает Шелли и убивает меня. Я опять рискую. Не, нельзя рисковать проектом. Нельзя рисковать. Подписчики же не хотят, я не должен их подвести. Если похер на проект, на себя... Не, на проект не похер. Yes! Все, вот и сейчас сдохну, то все это... Да вот она, Шелли сидит. Вот так вот всегда меня ловили. Фух, ребята, я не просрал проект. Это было, блин, на самом деле немножко рисково, блин. Но мне надо было как-то замотивироваться. Фух. Фух, блядь. На самом деле стрёмно было, потому что, ну, когда ты не там 3 или 4 катки подряд, ну, не подряд, а проигрываешь на этой карте за бот, то, блин, ну, рисковать так не особо хотелось. Ну, я знал, что я могу. Я знал, что я могу, потому что все мои поражения, они были нелепые, я могу вам показать. Они реально были тупые. Я вот как будто целенаправленно шел на поражение. Вот, ну вот, да, допустим, я могу не идти в кусты. Ну, мне, по сути, это не надо, но я, сука, иду, проверяю, вот нахера это делать? Ну, все, ребята, можете выдохнуть, если переживали. Этот проект у нас остается, но я еще не закончил поединок, я еще должен закончить катку. Сука, ну, Шелли меня зажала, да. У нее ульта, она сейчас трынь донет по мне. Оп-оп-оп-оп, давай! Дура! Дурочка тупая, сдохла, так тебе и надо, блин. Фух, ну, слушайте, я сдох. Каким третьим? Плюс 6. Да, друзья, да, все. Фух. Трэш. Я серьезно говорю. Блин, я хотел просто апнуть бо. Просто апнуть бо на 500.
Ну, видимо, просто так не получается. У меня же голова закружилась, серьезно. О, я не завтракал еще. Я только проснулся и сразу думаю, ну, пойду апну бона 500. Ой, жесть. Так, друзья, у меня, смотрите, Поко. Давайте его апать. Не, давайте в захват кристаллов соберем старки, потому что у меня 7 бигбоксов. Скоро будет открытие. Вот, не знаю, наверное, вот завтра, послезавтра уже будет открытие 100 боксов, ребята. Я вас всех зву на этот видос, всех буду ждать. Зву на этот видос, как-то некорректно, да? Приглашаю посмотреть этот ролик, вот так будет корректней, да? Сформулировано предложение. Приглашаю всех посмотреть этот ролик, где буду открывать 100 боксов, потому что эти 100 боксов я нафармил абсолютно... Абсолютно не доначе. Но я понимаю, что многие из вас тоже фармят боксы не доначе. Ну, блин, у меня этот проект создан чисто вот для эксперимента. Что будет, если не донатить? Вот если я не буду донатить, сколько я нафармлю боксов? Сколько я выбью новых бойцов без доната? Вот интересно же, у каждого рандом свой. Кому-то не выпадает леги, а мне вдруг выпадет. Ну, мало ли. Тем более с такой-то поддержкой, блин. Ребят, серьезно, с такой с армией, как вы, я думаю, что можно и 3 леги подряд выбить, блин. Ну, серьезно, такая поддержка, это очень круто. А еще есть легенда, что блогерам подкручивают. Поэтому приходите, развеем миф и увидим, подкручивает блогерам или не подкручивает. Вот. Поэтому нажимайте на колокольчик, подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить. Ой, просру сейчас. Серьезно. Это где-то 21 числа будет открытие. Нажмите на колокольчик, вы однозначно не пропустите этот видос. Я запущу его в премьере. Я включу заранее уведомление. Ну, точнее, я поставлю на таймер, чтобы вы увидели, что вот-вот будет видос. Так, хорошо, мы выигрываем, да, все отлично. Чуть-чуть не проиграли. Блин, у меня язык заплетается, ребята, но когда с утра записываешь ролики... Немножечко говор не такой, как обычно. Тем более, я еще не завтракал. О, я звездный игрок, отлично. Фух, на самом деле, я рад, что 2-2-8. Я рад, что не просрал. Очень бы не хотелось, да. Но, с другой стороны, задонатил бы тут. И пошел бы сейчас меня в разнос. Я хотел, думал, ну, ладно, если я сейчас проиграю, то хайпану на том, что сейчас легу выбью на аккаунт без доната. Хотя просру проект тем самым. Если не проиграю, ну, буду дальше развивать. Знаете, тут как бы тактика. Либо хайпануть в короткую, либо в длинную. Потихонечку на этом проекте развиваться и снимать об этом ролики. То есть, ну, в любом случае, я искал в этом плюсы. Но, конечно же, больше плюсов продолжать проект, нежели его заканчивать на данном этапе. Но это был такой челлендж рисковый. Я больше так не буду рисковать, обещаю вам. Так, погнали ограбление. Еще заберем старку. И в осаду надо. Фух. Не знаю, как вы, ребят, но я реально так спокойно расслабляюсь сейчас. Потому что, ну, напряженно было. Не хотелось бы просирать и... Фух. Я переживал. Потому что я проигрывал до этого, ну, скажем так... Ну, блин, неожиданно. Ты играешь, вроде играешь аккуратно, и тут внезапно, вот как бул, да, вы видели? Блядь, ниоткуда летит бул, и он прям летит на тебя, и ты никуда не можешь деться, понимаешь? Вот карта такая, что на бо тяжело играть, ну, если без пассивки. С пассивкой, на самом деле, ну, попроще. Так, ну это сейчас запулит он ульту. Так. Ну, мы пока выигрываем, да? Ну да, пока выигрываем. Так. Так, хорошо. Есть, минус. Так, погнали дамажить. Так, 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 есть. Хорош. Ой, я хильнулся. Случайно хилку использовал вместо атаки. Но я не сдох, смотрите. Так, хорошо. И дамажим. Нам даже не надо никого убивать, чтобы просто задамажить ящик. Отлично. Быстрая победа. Я люблю такие быстрые каточки. Еще один звездный жетон в копилочку. Так, давайте посмотрим, сколько нам вообще до 8 боксов, бигбоксов осталось. О, как раз еще один. Еще один жетончик и будет 8 бигов. Отлично, погнали. Последняя каточка. Будет 8 бигов. Я думаю, что к тому времени, когда я нафармлю 100 плюс боксов, будет 9 бигбоксов и 100 плюс обычных. Погнали, надо затащить сейчас нам осаду. Так, ребят. Напишите в комментах, кому нравится проект без доната.
Так. Хорошо. Пока проигрываем, да, но... Я ульту набил, это хорошо. Я смогу свою команду хильнуть вот так вот просто лучом... Лучом света. Так, осадный робот со стороны соперников, да? Ну ничего, ничего, ничего. Это даже хорошо. Это даже хорошо, я вам объясню почему. У нас уже три болта. Если мы сейчас... если мы сейчас отдефаемся и займем центр, а мы отдефаемся и займем центр, то мы сейчас можем собрать очень жестко... А, мы проигрываем, да? Серьезно? Серьезно? Я не понимаю, либо мои напарники что-то не то делали, либо что произошло сейчас. Я какие-то тут строю планы, стратегии, и вдруг нас убивают. Блин. Походу напарники так себе. Ну потому что я не понял, как можно было просрать? Ну что там убивать того робота? Я не знаю, я вроде как... Ладно. Я потом пересмотрю эту катку. Бывает такое, что ты играешь, ты не понимаешь, что делают эти два оболтуса. Ну блин, там реально, ну как-то с первого же робота просирать. Тем более я не понял вообще ни хера, как мы просрали. Так, есть. Так, болт. Заберите болт. Тут я немножко затупил, ладно. О, 1-1. О, ничья, осада не будет, это хорошо. Я обожаю, когда ничья, потому что так... ты сильнее робота собираешь и можешь за один заход сразу снести. Вот это круче. Да, блять. Вот меня бесит роза. Пипец она имбовая. В любых режимах. В осаде, в ШД, везде. Бля, у них 5 этих баночек. Ой, баночек. Ну, короче. О. И у нас сейчас будет 5. Точнее, 6 будет. Есть. Так. Давай. У нас тоже 7. Ха-ха, трэш, смотрите, у нас сейчас, если будет опять ничья, это будет прям реально, вот, кто соберет робота, тот и за заход выиграет. У нас 9, у них 7. Где мои напарники? Оп, хил. Сейчас. О, от нас робот 11 уровня летит. Но если мы сейчас не снесем за заход, то, ребята, это ГГ. У них робот там будет очень жесткий. Надо сносить за заход. Бля, ребята, давайте, постарайтесь. Давай, мы сможем. Ребята, давайте. Yes! Все, отлично. Тут команда получше была. Осада интересный режим, блин. 240 кубка уже на Пока. Найс. Постараюсь сегодня на стриме Пока поднять на 500. Все, у меня 8 бигов, 94 маленьких. Ребята, проект продолжается. Подписывайтесь на канал. Обязательно, ребят, вот обязательно... Прожмите лайкос, если вы рады, что продолжается проект. Я вот сейчас Поко доапаю. Да, и у меня остается 3 метателя. Вот как совпало, да? Остается 3 перса, они как-то вот так вот треугольником каким-то симметрично. У них по 8 кубков, и они 3 метателя. Слушайте, это прям какое-то волшебное число. Мне однозначно надо апнуть Поко. И тут реально какая-то, бля... Какое-то слишком много совпадений. Ну вот смотрите, как все симметрично. По бокам 2 метателя за лигу, да, одного цвета. Внизу метатель редкий. У них всех 8 кубков. Треугольник с 500 кубков, Бо, Поко и Эль Прима, тоже вот как-то вот один такого цвета, 2 таких. Внизу такого цвета, 2 таких. Какой-то вот треугольник, вот этот треугольник, вот этот. Он какой-то реально вот... Слушайте, магический, вот я серьезно говорю, вот если по наркоманить, то можно тут нафантазировать себе разных узоров. И по 8 кубков у всех 3 метателей, их реально нельзя трогать. Надо выбивать новых бойцов, апаю Поко на 500 и делаю открытие. Потому что вы реально, посмотрите, как прикольно, внизу 2 редких и 2 обычных. И внизу один, ну не редкий, а награда за пути к славе, и один редкий. Ой, короче, я думаю, вас запутал немножко. Ну, вы поняли. Кто понял, тот поймет. О, господи, что я тут наговорил? Ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока, ребятки.